Друзья, переваливаю черенки петуни. Черенки были посажены 29 марта. Вот 4 уже пересадила. Они у меня немножко влажные, и я пересаживаю без полива. И хотела показать корешки сейчас. Вот остались больших 2 вот еще. Корешки наросли у петуник. Меньше месяца. В такие стаканчики переваливаю. Вот добавила грунт, ставлю. И засыпаю землю. Вот и вся перевалка. Затем буду черенковать верхушки. Достала следующий черенок. Корешки хорошие. Следующую петунию. Прозрачный горшочек. Я на дно бумажку кладу. Переклеиваю этикетку. И посмотрим сейчас. Корешки в дырочки даже показались. Лезу корешок. Вовремя я делаю перевалку. Вот я эти перевалила уже. И вот остались у меня еще 2. Это петунии сурфинии желтые. Вот они поэтому маленькие. Отличаются от других. Я думаю их перевалить вот в эту емкость. Посмотрим корешки. Мне кажется, корешки у них хуже. Корешков еще нет. И они не такие уж и влажные. Поэтому я оставлю их на месте, где они были. И накрою укрытие. Может, и появляются, да, корешки. Вроде и нет корешков. Вот хвостик торчит, где я черенковала. Сейчас я снизу по суше грунт добавлю и оставлю их на месте. Черенки петуни перевалила в больший объем. Сухой грунт у меня был влажный. Срезала верхушечки и начеренковала их снова. Здесь у меня пеларгония. Разыбудная, корешок сгнил, я его отрезала и по-новому поставила. В этих разыбудных пеларгониях заменила грунт. Во все маленькие свои томатики подсыпала грунт. И в эти тоже. Здесь я тоже у черенков заменила грунт. Добавила в этот контейнер еще 2 черенка, которые не проросли. И в том контейнере срезала один черенок на укоренение. Кто знает, подскажите, пожалуйста, нужно ли обрезать боковые побеги у ампельных петуний. Я уже часть обрезала, и они все растут. Можно, конечно, обрезать на черенкование, но это правильно будет или нет? Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.